про микрорайон Сходню Ферсановку и строим мы там 5 объектов. Ну, для сравнения, в отдельных органах местного самоуправления Московской области 5 объектов строится на всей территории. Мы это количество строим в максимально сжатые сроки в течение года-полтора и строим только в одном микрорайоне. Я считаю, что объем работы очень приличный. 5 объектов. Что мы делаем? Первое, это, конечно, два дошкольных учреждения. Физкультурно-оздоровительный комплекс Мичурина, который мы наконец-то закончили проектные работы по достройке. И в августе завершится конкурс, будет подписан контракт с теми коммерческой компанией, которая будет достраивать. Сумма приличная, и мы надеемся, что этот долгострой в Химках тоже исчезнет. Сумма контракта порядка 300 миллионов рублей. Мы рассчитываем в следующем году уже сдать новую благоустроенную крытую ледовую площадку с бассейном, комфортабельную. Поликлиника у нас на 200 посещений мест сдается, вводится она уже в этом году и с следующего Нового года примет своих первых посетителей. Современное, хорошо оборудование для микрорайона Сходня. Я думаю, что дети и родители будут обязательно довольны качеством оказания услуг. Это разгрузит, ну, практически снимет всю проблему, начиная с приемом именно с обслуживанием амбулаторным детей, поликлиническим обслуживанием детей. Я думаю, что это будет качественный, хороший объект у нас.